нас осталось еще небольшое количество времени. Я хотел бы попросить наших панелистов буквально там в несколько десятков секунд, там в 20-30, дать свои рекомендации предпринимателям, основанные больше на жизненном опыте, чем на бизнес-опыте. Саша. Ну, я считаю, что первично это думать о бизнесе и использовать инвестора просто как инструмент для достижения своих целей. То есть в этом смысле нету никакой ценности в инвесторе и не нужно его привлекать, если для бизнеса это не нужно. Потому что я просто заметил, иногда есть соблазн, как будто бы это отдельная какая-то активность, очень ценная сама по себе, поднять деньги от инвестора. Это бессмыслица. Это все равно, что там просто нанятие маркетинг-директора какого-то из Procter & Gamble. Да какая разница? Если он помогает, как микроскоп, решить задачу там, открытия нового там, бактерии, то значит надо использовать. Если не помогает, так нафиг надо. То есть в этом смысле инвестор – это просто один из инструментов. Поэтому не нужно его использовать. В принципе, нужно понимать, что инвестор – это действительно как еще один партнер, с которым ты женишься. И поэтому без необходимости жениться, ну а зачем жениться, если нет потребности? Да? Поэтому лучше развиваться самостоятельно до тех пор, пока это возможно. Но когда уже приходит время, что невозможно не привлечь, тогда нужно привлечь того, с кем можно будет комфортно развиваться. И для этого нужно понимать, что такое, чего ты ожидаешь от инвестора. И опять же, мне кажется, предприниматель, уважающий реальность, он не будет требовать от него каких-то завышенных, как бы, не будет иметь завышенных ожиданий, как от микроскопа, который делает приближение в миллион, ты не требуешь 10 миллионов приближений, ты просто его используешь в рамках его тактико-технических характеристик. Вот. Поэтому реальное отношение к инвестору, понимание его ограничений, понимание пользы от его использования, мне кажется, то, что нужно предпринимателю знать. Я бы дал совет в духе Пола Грэма: fail fast, fail often. То есть ничего не бояться, стремительно идти вперед, не бояться проверять свои гипотезы, как можно быстрее выходить к клиенту, общаться с ним, понимать, почему ты не прав, и не стыдиться бросать проект, если это была ошибка, и начинать новый, как следствие. То есть двигаться. Игорь. Я бы советовал заниматься тем, что действительно у вас наболело. Решать, пытаться решить свою проблему. То есть заниматься в той области, в которой у вас какие-то есть определенные экспертизы, какие-то знания, опыт. Потому что если вы будете решать какую-то надуманную проблему, то шансы на успех у вас незначительные, если они вообще есть. И во-вторых, не пытайтесь заниматься предпринимательством или создавать стартап только для того, чтобы заработать деньги. Прежде всего, вам должно двигать что-то более возвышенное. Пытайтесь действительно найти какую-то большую проблему, которую испытывают либо вы, либо другие ваши коллеги, знакомые. И попытайтесь для них эту проблему решить. И при этом не бойтесь того, что вы будете ошибаться, что у вас будут ошибки, что нужно будет несколько раз менять, может, вашу идею, несколько раз менять концепцию бизнеса, то есть заниматься customer development, о чем сейчас очень много говорится. Главное – найти правильную проблему, которую действительно вы хотите решить, и решить ее на благо тех людей, которые эту проблему испытывают. Если таких людей очень много, то это замечательно будет. Ну, я скажу таким образом. Поскольку сам часто выступал в роли предпринимателя, знаете, это как у Кастанеды, то есть это некое состояние души, то есть это некое состояние духа, и вот что делать, как делать, куда делать, когда делать, это не так важно, как важно, каким образом привести себя вот в это боевое состояние. Да? Вот, к сожалению, я, может быть, вас разочарую, я не дам совета по этому поводу, то есть если оно есть, то вы его почувствуете. Если его нету, ну, пробуйте дальше, да, то есть пытайтесь дальше. Вот это такой вот мой ответ. Я бы хотел бы еще добавить, что не все созданы быть предпринимателями. Несмотря на то, что все знают, какие существуют инструменты, какие существуют методологии, там, например, customer development, lean startup, и так, lean,
Lean Startup, и там Agile Development и так далее. Но не все созданы быть предпринимателями, поэтому не надо всем стремиться именно быть предпринимателем. Может лучше быть в команде какого-то предпринимателя, который будет лидером в этой команде. Потому что, как написал в своем последнем блоге Стив Бланк, entrepreneurship is not a job, it's an art. А не все мы созданы быть художниками и композиторами. Может, просто мы хорошо играем на скрипке, либо на рояле, и можем выступать в составе большого оркестра, который будет успешной командой в вашем стартапе. Тоже, об этом тоже нужно подумать. Ну, я, кстати, не совсем полностью согласен, частично согласен, частично нет. Мне кажется, каждый из нас способен быть тем, кем он хочет и может быть. Другое дело, что я согласен с Александром, что предпринимательство – это какое-то состояние, я его называю «не могу не делать». То есть это не то, что вот это модно, не то, что я заработаю денег. Нет, просто человек не может иначе. То есть в этом смысле есть много других аттракторов, привлекательных каких-то возможностей, но и может быть быстрее заработать денег, или быстрее получить славу, или статус и прочее, но это не важно. Он не может не сделать то, что не может не решить ту проблему, которую он видит перед собой. В этом смысле это как про писателей, да, не можешь не писать, не пиши. Да? В общем, все просто. Поэтому не все могут быть писателями. Мне кажется, все могут быть, просто нужно. Не всех читают, да. Могут быть все. Надо брать и пробовать. Если ты сомневаешься, возьми, попробуй. В крайнем случае возьмешь, закроешь предприятие, зато будешь знать, в этот раз не получилось, в следующее получится. А не получится, так и хрен с ним. Знаете, я скажу, вот возвращаясь к моему первому докладу, видите ли, дело в том, что великие компании, они меняют мир. Вот есть люди, которые не могут жить иначе. Вот в Советском Союзе был распространен такой стереотип чудака-изобретателя. Да? Вот предприниматель в какой-то степени должен быть вот этим чудаком-изобретателем. Он, ну, не знаю, ну вот есть такое слово, вот прет его, ну не может он иначе. Ну вот нет сил, да. Вот тогда, да, это сильный признак того, что рано или поздно что-то получится. Может быть 100 ошибок, но 101 выстрелит. Окей, спасибо большое нашим спикерам. Мы чуть-чуть выскочили за лимит времени. Я думаю, что эта панель была полезна, она нас подготовила к следующей.